Картина называется «Цветы меты». Ну, когда я делал эту картину, я еще не знал, что образуется такая система, которая соединит в себе Facebook и еще другие какие-то социальные сети и назовет себя метой. Тогда для меня метой было некие взаимодействия, неких отдельных, сами по себе отдельных явлений, которые носили вполне зооморфный характер. То есть это может быть какие-то формы, похожие на жучков, формы, похожие на какие-то живых существ. И вот взаимодействие между этими живыми существами я и пытался изобразить. Оно носит весьма странный характер. Но что важно в их взаимодействии, это красная линия, которая соединяет, буквально не просто соединяет, а буквально связывает все эти явления, все эти предметы между собой. И получается единая структура, которую я назвал метой.